Коли музыка может выратовать житё. Белорусские артисты дадут у Гомеля доброчинный концерт. Отриманные гроши пойдут на лечение трехгодовой Киры Куруленко. 4 месяца тому врачи девчинцы из Будокошалёва поставили диагноз нейробластома. Хвороба уже на 4-й стадии. Необходная операция и иммунотерапия. Одна из израильских клиник готова принять маленькую пациентку. Однако кошт лечения – $250 000. На данный момент собрана только 1/4 частка этой суммы. Поудельничать у лёсе дитяти можете и вы. Концерт отбудется 9 листопада в областном громадско-культурном центре. Его проведение стало махчимым, дякуючи активистам волонтерского руху БРСМ «Доброе сердце». Билеты можно приобрести в кассах Дворца культуры Белецкий, а также в кассах ГЦК. Билет стоит 7 рублей. Примут участие звезды белорусской эстрады, заслуженный ансамбль «Песняры», группы «Цвет алоэ», «Провокация», а также заслуженные певицы – это Наталья Тамела, Ольга Колесникова, Надежда Месяко. Допомогши Киры можно уже сегодня. Даденные обрахунку, на які можно ахвяровать гроши, зараз позначены на ваших телеэкранах. А кроме того, можно перелечить сродки, пополнивший рахунок мобильного телефона 8 033 902 22 66.